Не случайно именно эта школа была выбрана для проведения конференции. С начала года инспекторами Красногорского отдела ГИБДД зарегистрировано 3 ДТП с участием школьников из этого общеобразовательного учреждения. Одно из них произошло в начале ноября. Водитель автомобиля, двигавшийся от бассейна рядом со входом в детский городок в направлении пекарни, не справился с управлением транспортным средством, превысил скорость, совершил наезд на 2 пешеходов и дальнейшее столкновение с опорой освещения. 3 человека пострадало, 2 пешехода, в том числе и сам водитель. Настя Соловьева была свидетелем этой аварии. На конференции она рассказала одноклассникам, как ей одной из первых пришлось прийти на помощь пострадавшим. Я проходила мимо бассейна и увидела, как моего одноклассника сбила машина. Вот. Я сразу собралась, попыталась не волноваться, успокаивала себя и старалась успокоить мальчика. Вот. Потом я набрала номер милиции, набрала номер скорой и родителям. В качестве докладчиков в этот день выступали не только гости, инспекторы ГИБДД, но и сами школьники. Они подготовили рассказы из жизни звезд, которые также стали жертвами ДТП, и поделились своими идеями о том, как пешеходы могут себя обезопасить. Одним из основных направлений сегодняшнего разговора было не только факты дорожно-транспортных происшествий, а и то, как избежать этих фактов дорожно-транспортных происшествий, на что обратить внимание, как самим быть внимательным на дороге. И, конечно же, я думаю, что не только страх и испуг у детей должен был остаться после сегодняшней встречи, но и то какие-то знания, выводы для себя сделанные, которые помогут ребятам быть более внимательными на дороге. Ребята признались, что после случаев, когда участниками ДТП становились их близкие и друзья, сухие цифры статистики уже не кажутся им сухими. Мне тронули все истории, потому что мне это знакомо. Потому что очень много моих близких и родственников попадали в ДТП. И мне рассказывали эти истории, которые мне пронзали меня до глубины души. В завершении конференции уже на школьном дворе ребята выпустили в небо белые шары, как символ вечной памяти тех, чья жизнь оборвалась из-за несчастных случаев на дорогах. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.